Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию передачу «Молитвенные стражи». Присоединяйтесь к международной ходатайственной молитве, пропитывайтесь Божьим присутствием и принимайте послание от Папы. Благословенного всем прослушивания! Послание от Папы. Принимает и читает Анна Семенова. Любимая моя и единственная невеста, ты созрела для нового этапа в твоей жизни. Я взращивал тебя и томил, как вино, которому нужно именно время, чтобы дойти до нужной кондиции и стать лучшим. Твой вкус и аромат стали только насыщеннее и крепче. Ты мое лучшее вино радости. Я приготовил тебя именно для этого времени. Был период, когда тебе нужно было постоянно и много впитывать моей любви отовсюду. А сейчас наступает период, когда чаша твоя переполняется и начинает изливаться на всех, кто тебя будет окружать. Моя радость тебе, как пламя на свече, весело горит и освещает всем в доме, куда ты даже просто ненадолго заходишь. Внутри тебя сформировался крепкий фитиль, довольство всем, что у тебя уже есть, и это открывает мне дверь, чтобы еще больше благословлять каждую сферу твоей жизни. Ты именно там, где я очень хочу тебя сейчас видеть. Ты мои руки, через которые я могу дотянуться и обнять каждого, с кем ты даже просто пересекаешься. Ты мои глаза, которые высвечивают, как прожектора, мою красоту в каждом, на кого ты смотришь. Ты мои уста, из которых течет мой елей, исцеляющий души слушающих. Ты мои уши, способные услышать сердцем сквозь строки и слова. Ты мои ноги, которые танцуют на горах, возвещая о чудесах. Я вместе с тобой. Ты носишь меня не на себе, как сокровище, а в себе. Я и есть ты, и ты с каждым днем преобразуешься от славы в славу, становясь мной. Я хочу идти с тобой по этой жизни, танцуя, выбирая сегодняшний ритм для нашего парного танца. Помни, что песню всегда можно поменять, и мы вновь продолжим с тобой танцевать. Предлагаем вашему вниманию молитву совместно с пастором Ольгой Голиковой. Драгоценный Господь, мы благословляем Твое присутствие на этом месте. Мы благословляем Тебя как Бога Всемогущего. Мы благословляем Тебя как того, который созидает жизнь и жизнь поддерживает своим дыханием. Я благодарю Тебя, что на нас печать сыновства. Мы Твои дети Завета. И Ты положил эту печать однажды, и Ты ее не снимаешь. Я благодарю Тебя за эту привилегию сегодня говорить к Тебе и говорить с Тобой. Ты насадил нас на этой земле не для того, чтобы мы просто слышали и знали о Тебе, но чтобы мы слышали Тебя. Чтобы мы были водимы Духом Святым, которого Ты послал на землю почти 2000 лет назад. И мы желаем, чтобы эта благодать Духа Святого через наши сердца, через наши сосуды, через наши судьбы размножилась плодами на этой земле, преображенными судьбами, открытыми сердцами, исцеленной землей, освобожденной от всего того, что является для нее разрушительным. И я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что мы сегодня посылаем эти слова мира и созидания. Мы посылаем слова защиты и покрова. И благословляем друг друга именем Господним. Потому что Ты сказал: вы призывайте имя Мое на сынов Израиля, я буду благословлять. Мы сегодня Твой народ. Мы сегодня взошли туда, куда Ты нас пригласил, на гору высокую, на гору Твоей любви, на гору молитвы. Потому что это время созидательной молитвы. И мы хотим созидать сегодня новую атмосферу над городом, над страною, над теми городами, где сегодня живут люди. Но прости за то, что мало молящихся и ходатайствующих.
но ты знаешь, как размножить то, что есть сегодня пред тобою. Как сделать подобных хлебам и рыбкам достаточным, даже с избытком, собранные остатки хлеба и рыбы. Это гораздо больше, чем было на старте. Поэтому возьми сейчас эти молитвы и преврати их в твой обильный поток, который идет сначала на небеса, а потом оттуда ответами, возвращается на землю. Потому что когда мы молимся, то небо реагирует. О, май гад, алата, пледа, сей. О, равира, каманагита, леварда, глэри, пласта, спрайсис. Небо реагирует, когда мы молимся. Ловира, параварда, гурата, тайна, блэс. О, Джизус, май холи, фатер, мира, палаварда, градфайс. Друзья, давайте активизировать сейчас и активировать Дух Святой внутри нас. Потому что это день Пятидесятницы, которому надо сейчас размножиться за рамки церкви выйти. Если тогда только в горнице получили эти языки, то сегодня мы можем посылать до края земли. Сегодня можно захватывать новые территории. О май гута лапсет плежес правта доча санделигес крайс. Лаварда горатенда гитфатер мира плиз. Алпанда гота лапта дайда битасон. И мы дышим сейчас дыханием неба, чтобы заполнялись пространства, заполнялись сердца людей. Май гута лата прей. Ор вир фатера пира крей. Дух Святой, о, Дух Святой, двигайся! Двигайся по планете Земля, куда волны эфира заходят. И те, кто еще не имеет этого дара, иного языка, или чудотворения, либо распознавания из духов, во имя Иисуса Христа, пусть сходит эта сила чудодейственного Божьего помазания, исцелений. Майгута лавина плэжа спрайс. Раварда гота лапира палаварда гитфайда рейзер. О, камана тулиба сапира лапарта крада блессер. О, равара тулайзер, чтобы мертвые получали жизнь с избытком. Чтобы те, которые ранены, вставали здоровыми и целостными. Jesus, come and hide the bless. Alvarta, rapira, clyda, beast. Чтобы сдуть все смертоносное. И мы сдуваем сейчас во имя Иисуса Христа, церковью Твоей, народом Твоим, смертоносное со всех небес. Lavarda, glory, come and hit. Alvarta, glaze. Прочь, прочь, убирайся всякое смертоносное оружие. Все, что несет яд, все, что несет заражение, все, что несет смерть, во имя Иисуса мы убираем. В день Пятидесятницы жизнь провозглашаем. Майгата лавина поливарда глэри плайза лорисон. Майгат равира камана кита лепарда плезер. Дух Святой, сходи и нейтрализуй. Нейтрализуй демонов, нейтрализуй все запасы демонических структур. Во имя Иисуса мы превращаем в ничто все его основания. Мы разрушаем молотом Божьего Слова и дыханием Вседержителя. И я благодарю тебя, что церковь твоя не молчит. Церковь твоя взывает. У церкви твоей есть право быть столпом, утверждением истины, чтобы утверждать пределы царства, расширяя их. И я благодарю тебя, супергат, равира, каливарда, глория, тейдорос. Я благодарю тебя, супира, каливарда, глория, лапанда, дайдосен. О, майканда, битас. О, равира, команда, дайзер. О, равира, палаварда, клад, фрейсер. О, дейса, лорисон. О, май гута лавина, плада, плайза, лори, кэмэна, гата, лавина, палфада, дота, спрей. Арвира, калеварда, гит, лапсет, плайзер. О, Джизус. О, Джизус. О, Джизус. О, равира, кэмэна, кейс. О, ты царь над царями. Ты бог над богами. У тебя выход из любой ситуации. У тебя есть проход там, где были завалы. А мы говорим, открывайтесь. Пути для населения прокладываются. О, май блата равира крапта дэс. Зрение возвращается. Слух возвращается. Кому это необходимо, принимайте сейчас обновленные ткани. Принимайте обновленные анализаторы. О, май гата лавина поливарда блесса лорисон. Мы берем, Господь, твое зрение для глаз. Мы берем твой слух внимательности, чтобы нам не только слышать друг друга, а слышать тебя. Слышать растительность, слышать деревья, слышать животных, понимать, как это было у Адама на старте человечества. Мы возвращаем эту способность, потому что через крест она нам дана. И дай нам ее принять от тебя, любимый. Камана гута лафта дота спрейс. Лакарта клэри плайзер. Кто еще никогда это не слышал, благослови слышанием, благослови контактом со всем, что сотворила рука твоя. Потому что ты насадил весь сад, всю землю для нас, для людей. И ты дал Адаму и Еве властвовать, упражняться во всем этом. И благослови нас, Господь, не потерять эти возможности, а возвращать. Все потерянное возвращать. И мы возвращаем глаза и уши на уровне духа, души и тела. Мы возвращаем это слышание.
Мы возвращаем это зрение и обоняние. Мы возвращаем осязание и вкус. Мы все возвращаем на уровне духовного человека. Мы принимаем от Тебя, Господь, способность больше, чем мы имели, глубже, чем понимали. Я благодарю Тебя, Супергад, Равира Каманагита Лавта Дота Спрейс. Я благодарю Тебя, Супергад, Равира Каманагита Лаварда Грейдерс. Я благодарю Тебя, что Ты сейчас разжигаешь огонь. Те, кто желает это делать, чтобы масло заполняло сосуд, чтобы не было пусто внутри сосудов, чтобы не было, Господь, дефицита масла внутри нас, а всегда было восполнение. Восполнение свежего, свежего потока, свежего елея, свежего, свежего Твоего источника внутри нас. Blessed God, Ravira Kaliverda, Lapsed Plot, Lavarda Guteliba Sapira Rafarda Glazer, My God, Ravira Kamanagita Life. Мы принимаем этот елей, мы принимаем этот елей. Пусть он истекает и приходит внутрь наших сердец, сосудов. My good Lavarda Glazer. Oh, come on, come on, come on, come on. Движение Божьей славы, движение Божьей славы по этой земле. Заполняйся, земля, заполняйся свежим елеем, заполняйся, исцеляй раны, освобождай атаков, снимай цепи и наручники, снимай все, что удерживало людей от прорыва. Во имя Иисуса Христа, My God, Lavina Kamana Gita Livarda Glory Kliza Laser, For Vita Taida Bless, Аллилуйя, Jesus, Аллилуйя, Glory, Аллилуйя, Lavarda Glory Plastasan, My God, Ravira Kamana Gotasan, My good Lavina Palava Reitasan, Oh, Halei, 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 Oh, Halei, Glotas, Аллилуйя, Дейсер, Аллилуйя, Гамонас, Аллилуйя, Равинас, Аллилуйя, Лапантес, Аллилуйя, Гудвойма, Аллилуйя, Камена Тулибаса Клайд, Аллилуйя, Керта Райтер, Аллилуйя, Кумана Кундас, Аллилуйя, Камена Войма, Эй, Кенда Сопер Плежесен, Сопер Плежесен, Майга Травира Поливар Давид Фрейс, Аллилуйя, Гамана Ностасан, Камана Тулибаса Писса Лойзер, О, не умолкай, народ живого Бога, не умолкай, сегодня важно останавливать дьявольские отряды, сегодня необходимо затормозить все то, что дьявол задумал на дне преисподних мест. А мы говорим, стоп, ты дальше не пройдешь. Линия крови, она проводится, она обновляется. Линия крови Иисуса Христа и сила Святого Духа, она ослепляет врага. Она делает ничтожными все его замыслы. Майка Травира Камана Гита Леварда Блесса Лорисом. Команда Дейта Лапарда Равита Гит Файзер. Лора Минас, Лора Винас, Лора Минас. Камана Войма Хандас. Лейпарда Рапина Глори Блэжес. Майка Травира Камана Гита Леварда Палата Файзер. О, Давеса. О, Равитас, о, Командас, о, Камин, Плиз, Алвайта, Рапина, Гитфата, Рапира, Прайтас. Пусть волна за волной идет сейчас через волны эфира и идет в каждый дом, идет на территории городов, идет на фронта, идет на границы, идет туда, где есть дьявольские намерения, и превращает ничто, в ничто, в ничто все твердыни. Сколько бы лет он их не собирал, они ничтожны. Когда идет твоя волна, она все сносит, превращая в ничто. Слава Тебе за это! Слава Тебе за это, Господь! Когда церковь ходатайствует, когда народ Твой не молчит, когда Дух Святой высвобождается, то Он работает мощно, Он работает сильно. My good Lavarda Glory Kalapina Plada Praiser. Praiser, 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 Praiser Glories. Аллилуйя! 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 Дамэра Тулапса Слатфада Дата Тейсер. О, спасибо, родной! Слава Тебе, любимый! Слава Тебе, драгоценный! Слава Тебе, могущественный, грядущий на облаках. Но Ты также в Духе Своем перемещаешь сегодня своих ангелов. Посылай туда, где им должно быть, где им необходимо совершать дела неба на земле. И я благодарю Тебя за это. Blessed Guta Laparta Rata Taser. О, my God, Alavina Palivarta Bitfactor Glester. О, Ramara Tuliba Sepisa Lop. Всякая ложь обнаруживается. О, всякая ложь, снимаются все оковы. И она обнаруживается. Она обнаруживается. Глаза и уши людей открываются. Начинают распознавать и отличать ложь от истины. Потому что истина больше не будет в оковах. А ложь мы сейчас забираем в оковы железные всякого князя нечистого мира. Мы забираем, потому что дана сия честь всем святым. И мы не молчим. И мы взываем к нашему Богу. И Он нас не просто слышит, а Он отвечает и говорит: «Я здесь! Я здесь! Я здесь, потому что Ты сказал, Господь, имя городу тому будет Господь там». А мы говорим: Господь здесь, это имя городу нашему, да будет так. Господь ступил на эту территорию, но мы благословляем, чтобы каждый город получил это преимущество, чтобы Господь там жил, Господь там царствовал, Господь там творил свою работу. И я благодарю Тебя, Иисус,
Я благодарю Тебя, родной, my good loves and pleasures praise. Я благодарю Тебя, супергад Равираклида Седесон, что мы можем говорить, а я не умру. Я буду жить, я буду возвещать дела Господни. Кто из нас желает иметь такой результат? Жить и возвещать. Жить и наслаждаться ответами неба. Жить и возвещать дела Господни. И не только о себе. Мы молимся о родных, о близких, о тех, кто сегодня нам дорог и значим, и о тех, за кого некому молиться. Мы также ходатайствуем. Мы говорим, живи, 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 потому что Бог наш живой. И у тебя есть право сейчас ухватиться за жизнь, как за якорь, за эту надежду. И не уйти на дно, и не уйти никуда, ни в какую бездну, а ухватиться за Бога и сказать, а я буду жить, а я буду возвещать дела Господни. Поэтому провозглашай, если и он прямо во чреве кита сказал, а я в храме поклонюсь. И он поклонился в храме, потому что Бог услышал его молитву, и тебя он услышит. Вытащит из любого завала, вытащит из любой безысходности, потому что у него есть пути. И потому сейчас говорю, живи, 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 живи и возвещай дела Господни. Провозглашай его величие, его могущество, провозглашай все его возможности, которые не останутся лежать на стороне, они будут востребованы каждым человеком, желающим верить и поклоняться своему Богу. О, Отец, а мы эти люди, мы этот народ, взятый тобой в удел, и потому воскресный день, посвященный тебе, мы говорим, а мы возвещаем славу Господню, а мы возвещаем откровение свыше, а мы возвещаем великолепие, могущество твое, и оно к нам поторапливается, оно не останется. Оно не останется лежать в хранилищах неба, потому что оно нам необходимо здесь, на земле. Спасибо тебе, Отец. Я буду жить в истинной твоей, в тесноте я возвал. Ты услышал меня. Кто сейчас в тесноте, взывайте сердцем, духом. Окружили и тогда оковы упадут из вашего тела. Меня, оковы в виде болезней, оковы в виде лжи, все падает. Потому что у нас есть защитник. Не умру, но буду жить и твоей истиной, чтобы возвещать, возвещать твои чудеса. Меня окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя? Говори, кому она принадлежит. Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, в каждой ране твоей крик «люблю тебя». Спасибо тебе, Отец. В каждой ране Иисуса Христа ты наш жизнь. Не буду умирать прежде времени. Я позвал, ты услышал меня, окружили сильно, толкнули меня, но Господь поддержал, Он защита моя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя? Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Бог, кому принадлежит вся жизнь моя? Люблю тебя, Бог, кому принадлежит вся жизнь моя? Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя, Бог, кому принадлежит вся жизнь моя? В каждой ране твоей крик «люблю тебя». Я люблю тебя. Родной, что не только отдельно взятый человек может это сказать, но об этом может говорить страна, об этом могут говорить нации, об этом могут говорить рода. И я благодарю тебя, Искупитель мой. Я благодарю тебя, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Больше того, кто в этом мире. Друзья, тот, кто в нас, больше того,
что в этом мире. Насколько ты в это веришь? А если веришь, высвобождай. Высвобождай голосом. Высвобождай глазами. Высвобождай рукоплесканиями. Потому что мы величаем того, кто больше, 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 чем все козни дьявола. Больше, чем его опыт. Больше, чем все его армии. Больше. Тот, кто сотворил нас. Тот, кто нас искупил, положил такую великую цену за каждого из нас. Он больше, он больше, он больше всех намерений врага. Больше наш царь царей. Хвала тебе, любимый. Хвала тебе, верный. Хвала тебе, что сила Святого Духа нам дана для того, чтобы мы шли и приносили тебе плод. Для того, чтобы никто из нас не остановился на полпути. Для того, чтобы никто не напугался. О, Отец, слава тебе. Слава тебе! О, слава тебе! Вот кому принадлежит вся жизнь моя! Вот кому, друзья! О, спасибо тебе! Спасибо тебе, Иисус! Мы здесь из завета. Касающийся нас касается твоего ока. Ты нам дал об этом знать. Я благословляю каждого узнать и поверить в это. И жить в соответствии с этой истиной. Потому что истина освобождает от страха. Истина освобождает от безысходности. Истина освобождает от паники. Истина освобождает от неразумных решений. Хвала тебе, любимый. Вот кому принадлежит моя жизнь и судьба. Хвала тебе, хвала тебе. О, Jesus. О, Равира Прайс. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Дьявол, ты слышишь? Кому жизнь моя принадлежит? О, Равира Крада Брейс! Господи, мы в твои руки передали не только город. Мы передали тебе страну нашу. И сказали, наводи порядок. Наводи порядок здесь. Так много надо изменить. Так много надо преобразить. Но у тебя это получится. У тебя это получится. У тебя есть лучшие сыновья и дочери на этой земле, которых ты сохранял для этого сезона. А теперь ты их достал. А теперь ты их поднял. А теперь ты сказал, вперед, дети мои! Вперед, дети мои! Вперед и не останавливайтесь! Я вас хранил до этого времени в своем колчане. А теперь достаю эти стрелы и запускаю. Запускаю и поражаю цель врага. Запускаю, запускаю каждый раз, когда народ мой мне доверяет, то я беру и запускаю. Я благодарю тебя, папочка, запускай. Не останавливайся. Запускай. Каждая стрела долетит до той цели, на которую ты направил. Я благодарю тебя за это, Боже. Я благодарю тебя, что когда мы взываем, ты не молчишь. Даже тогда, когда мы молчим, а ты говоришь, наш дух. Слава тебе, родной. Спасибо, родной, что твои отряды активны. Удержать сила в ней, чтоб цепи все порвать. Цепи разрываем, цепи алкоголя, цепи лжи, цепи коррупции, цепи неверия, цепи паники, цепи страха. Благодарю тебя, Господь, цепи любой зависимости. Благодарю тебя, папочка. Петь буду вечно! О, Иисус, спасибо тебе! Есть хвала, ее не удержать. Сила в ней, чтоб цепи все порвать. Цепи вы разрываете! Не могу молчать я. Спасибо тебе, Отец! Вера есть, как пламя горит она. Радость есть, ее так боится тьма. Не могу молчать я. Если буря сильна, громче песня моя. Если буря сильна,
песня моя. Слышу громко и свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко и свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко и свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко и свой голос, простираясь до небес. Я петь буду вечно, я петь буду вечно. Я петь буду вечно, я петь буду вечно. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес, до небес. Послышу громко я свой голос, простираясь до небес. Спасибо тебе, любимый! Сейчас эта песня пред престолом твоей славы. Она соединяется с голосами херувимов, с голосами ангелов, с голосами серафимов. И этот огненный дух серафимов опускается, опускается на сердца людей огнем Святого Духа, выжигая все неверное, все скверное, все колючее, все мешающее нам. Благодарю тебя, любимый! Благодарю тебя, верный! Благодарю тебя, могущественный! Я благодарю тебя, что мы имеем жизнь во Христе! Мы имеем мир во Христе! Мы имеем любовь во Христе! Мы имеем победу во Христе! Мы имеем прорывы через Христа! Мы все это имеем! И потому можем тебя благословлять среди нас! Можем превозносить твое святое имя и говорить: а наш Бог, наш Отец, землю и небо сотворил, а наш Господь искупил все человечество во Христе Иисусе, а наш Господь, Он творит мир на высотах своих, а наш Господь сотворил сыновей и дочерей, чтобы они были миротворцами, и мы несем этот мир в народы, мы несем этот мир в народы, мы несем мир Божий, который бескомпромиссный, который без лживых основ, но в себе содержит небесное содержание Царства Божьего. Я благодарю тебя за это, Боже. Я благодарю тебя, что такой мир мы принимаем из твоих рук. Мы принимаем от источников живого Бога. Мы принимаем внутрь себя и праведность, и мир, и радость во Святом Духе, потому что мы и радость во Христе имеем. И все это во Христе Иисусе через наши судьбы распространяется по планете Земля. И я благодарю тебя, Дух Святой. Я благодарю тебя, родной. Я благодарю тебя, величественный. Я благодарю тебя, могущественный. Мы тебя превозносим. Мы тебя превозносим. Мы тебя превозносим над всеми ситуациями, над всеми обстоятельствами и над всем, что в нашей жизни могло огорчать, могло тормозить, могло вставить вопросы. Но я благодарю тебя, что ключи у тебя, и мы берем эти ключи. Мы берем эти ключи, Господь, и я благодарна тебе. Если мы подошли к двери, то эта дверь откроется. Эта дверь откроется, она не будет закрытой, потому что ты нас туда приводишь, а у тебя на каждую дверь есть свой ключ, и мы принимаем его с небес. Мы принимаем от престола божественной святости, славы. И страх Господен — это наше оружие сегодня, друзья. Страх Господен освобождает от любых страхов этого мира. Поэтому мы принимаем страх Господен как сокровище. Мы принимаем тебя, страх Господен, как сокровище. О, Blood Jesus, come on! Варфреда, Лайта, Плезан! Сходи, страх Господен, божественной новой порцией в каждую судьбу, каждую жизнь. И я благодарю тебя, что мы принимаем удивительное, удивительное продолжение, потому что за страхом Господним идет и богатство, и слава, и жизнь, которая не повредит человеку,
Если убрать страх Господень, то все остальное искажается. Но если на старте есть страх Господень и начало мудрости, то потом богатство, слава, жизнь — это то, что посвящается Царству Божьему. Это то, что нас иметь никогда не будет. Но мы будем иметь все в этой жизни от Бога. Спасибо тебе. Все, что нам не повредит, и все, что нас переводит от силы в силу, от веры в веру, и дает нам влиять на этот мир. Это влияние не человеческое, друзья. Это влияние Божье, если мы Ему принадлежим и с Ним слились. Тогда и влияние идет небес на землю. Наше влияние человеческое — это ограниченный ресурс. Даже если большой опыт, даже если большой разум и большая мудрость, но ограниченный человеческий ресурс. Но не Божий. Вот Он не ограничен. Спасибо тебе, родной. Я просто благодарю тебя. Я благодарю тебя, что мы можем говорить, а я жизнь во Христе имею. Спасибо тебе, любимый. А мы имеем то, что нам дал Отец. И оно к нам поторапливается. Ангелы Бога живого, приносите то, чего не достает каждому из нас. Кому надо здоровье, берите здоровье. Положите сейчас руку на больное место и скажите: будь здоров этот орган, будь здорова эта ткань, будь здорова, боль уйди, боль я отдаю на крест. Но я беру оттуда жизнь и здоровье. Я оттуда беру свободу от тяжести и боли. Я оттуда беру свободу и искренность небес ко мне, чтобы мое сердце всегда было искренним к Богу и к людям. И я благодарю тебя за это, Отец. Я благодарю, потому что с искренним ты поступаешь искренне. Чисто, но с лукавым по его лукавству. Поэтому сохрани нас от любого уровня лукавства, но благослови нас искренностью, на которую приходит небо с ответами. Благословен ты, Господи! Благословен ты, Господи! Аллилуйя тебе! Аллилуйя тебе, родной! Я благодарю тебя! Жизнь во Христе имею. Слова простые. Ты царь царей, ты живешь во мне. И ты живешь во мне. Жизнь во Христе имею. Ты царь царей. Во мне. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Возьмите за руки, пусть сейчас вся наша страна будет петь эти слова благодарности. Пусть эти волны пойдут сейчас туда, по всем домам, по всем городам. Мир во Христе имеем, и мы посылаем этот мир нашим городам. Мы посылаем мир границам. Мы посылаем мир другим странам. Мы посылаем тем, кто его готов принять. Мы посылаем мир Божий. Мир во Христе имею. Мир во Христе имею. Yeah.
во Христа. Имею веру во Христа, имею, ты царь царей, и ты живешь во мне. Вся страна, говори эти слова, принимай живую веру, откажись от того, что является суеверием, откажись, что является просто традициями и потеряла жизнь, но царь царей в нас. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Победу. Утвердим победу. В каждом дне, в каждой ситуации, во всех сложных или непростых вопросах. Ты царь царей, и ты живешь во мне. Победу во Христе имею. Победу во Христе имею. Ты царь царей, и ты живешь во мне. Россия, пой! Пой эти слова! О, Господь, и в малых, и больших! Исповедание прими! Прими исповедание сердца! Исповедание веры, что только Тебе одному поклоняемся! Отменяем все высоты! Отменяем всех идолов! Отменяем все традиции, которые мешают идти к жизни! Во имя Иисуса Христа все эти завалы мы разбираем! Мы разбираем прямо сейчас и говорим: к жизни иди, народ! Великому Богу в объятия Отца. Бегите, бегите в объятия Отца, чтобы остановить все то, что мешает сегодня продвигаться вперед, что мешает увидеть и принять здравый смысл от Бога. О, Майгута Лавина, Палаварда Блэс, мы благословляем друг друга, мы благословляем во имя Иисуса Христа и с ее служением отдаем под Твою власть, отдаем под Твое могущество, отдаем под Твое великолепие, отдаем Тебе, Господь, чтобы Ты управил всем, каждое мгновение, каждым словом, каждой молитвой, каждым поклонением, каждым сердцем и даже каждым дыханием. Господь, умножь дыхание внутри нас силой Твоего Духа. И мы принимаем новые дары Святого Духа, новые грани Святого Духа в свою жизнь в день Пятидесятницы. Примите Духа и примите Его дары. Принимайте, друзья. Кому чего надо, простите. Нам очень важна сегодня многогранность и пророческого дара, и дар исцеления, и дар, который чудотворение является, и дар истолкования языков, и дар, который производит в нас и хотение, и действия по Его благоволению, потому что иной язык, он нас созидает. Нам нужны сегодня разные дары, и мы принимаем от Тебя, любимый. Мы их принимаем от Тебя, драгоценные. И мы говорим: а Бог наш многогранен, и Он не будет прятаться от нас, когда мы ведем к Тебе, когда мы Тебе поклоняемся открытым текстом, когда мы делаем это и делаем с сердцем, с упованием на великого и всемогущего Бога. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь, друзья. Воздадим Ему славу. Наш Бог — великий Бог. Наш Бог — благой Бог. Но наш Бог еще и святой Бог. Нельзя забывать, что со святым Богом надо иметь святые отношения. И я благословляю каждого этим страхом Господним и способностью не побояться приблизиться к святому Богу. К святому Богу, друзья. Это очень ценно, и это наша безопасность. Присаживаемся в Божьем присутствии.
Предлагаем музыкальную пропитку. Позвольте вашему духу наполниться Божьим шаломом.